Меня зовут Андрей. Я хотел бы сказать спасибо Роману за очень хорошие инструменты, которые рассказал. Я специально вот выписал. Мне очень понравился инструмент соотношения ролей с ценностями. Личностный свод-анализ, инструмент и диаграмма постановки целей. Это инструменты, которые позволяют очень хорошо от глобальной цели прийти к каждодневным делам. То есть мы часто очень или не видим глобальной цели, или не понимаем, что нужно делать в конкретный день, чтобы достичь своей цели. Спасибо большое.